Всем привет! Сегодня готовим нарядный и вкусный салат «Грибная поляна». Для приготовления этого салата мы взяли форму для запекания и застелили пищевой пленкой. Выложили шапочками вниз маринованные шампиньоны. Хорошо посыпали нарезанной зеленью. Отварной картофель натерли на терке и выложили вторым слоем. Сделали сеточку из майонеза. Следующий слой – отварная натертая морковь. Опять сеточка из майонеза. Натертый сыр, сеточка из майонеза. Затем слой порезанного отварного куриного филе, майонез и заключительный слой – порезанные кубиками маринованные огурчики. Убираем в холодильник на 1 час. А через час переворачиваем на блюдо, снимаем пленку и яркий, нарядный и вкусный салат подаем к столу. Приятного аппетита!